Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Краса й талант! Хто отримав корону та титул «Міс Дніпро 2020»? Сьогодні дізнаємося у нашому прес-центрі разом з нашими спікерами. Рада вітати у нас у студії організаторка конкурсу «Міс Дніпро 2020», власниця модельного агентства «First Model Agency», інтернаціональна модель Марго Короткова, організаторка конкурсу «Міс Дніпро 2020», директорка «First Fashion Academy», інтернаціональна модель Юлія Болгова, «Міс Дніпро 2020» Анна Манжелій та перша віце «Міс Дніпро 2020» Єлизавета Староконь. Ще раз вас вітаю, вітаю з тим, що конкурс вже відбувся, переможці визначені, красиві, сидять у нас. Ну, розкажіть нам, будь ласка, звертаюся в першу чергу до Марго, Юлії, у чому ж мета проведення таких конкурсів, з якими проблемами ви стикнулися під час підготовки, як це все було? Здравствуйте. Смотрите, суть конкурса была такая, что нам нужно было выбрать не просто самую красивую девушку Днепра, а и самую добрую, самую отзывчивую, самую красивую девушку душой. Это в первую очередь, потому что это не показ, это конкурс красоты, и он в первую очередь про внутреннее наполнение девушек, поэтому задача була такою. Які були якісь конкурси? Тобто це не просто, як ви сказали, показ модели, це творчі конкурси або інтелектуальні, як це проходило? Так, да, во-первых, у нас був кастинг. На кастинг прийшло більше 300 чоловік. Дальше мы смотрели обязательно не только на внешнее качество, но и на внутреннюю составляющую. Обязательно обсуждалась волонтерская работа, какая-то помощь детским домам, помощь животным, старикам и так далее. То есть, ну и, конечно же, больше мы обращали внимание на то, что вот девушки должны были этому уже уделять внимание и делали фокус на том, что вы после этого конкурса так или иначе все равно будете принимать в этом участие. Это являлось самым, ну, главным, наверное, при решении, кого брали на сам конкурс, да, и когда уже происходил сам момент голосования на конкурсе, так и жюри решало. Вот прежде всего речь шла о том, как девочки будут себя ощущать в этом мире, да, насколько их сердце чистое, доброе и открытое. Юлія, будь ласка, розкажіть ви зі своєї точки зору, як це було? Наш конкурс, як і всі конкурси красоти, в першу чергу має глибокий соціальний благотворительний підтекст. Тому всі дівчатки так чи інакше вже выступали с какими-то благотворительными проектами. Мы на кастинге задавали в первую очередь им вопрос о том, в каких благотворительных проектах они выступают, где принимали участие. Возможно, у них были какие-то благотворительные стартапы. То есть вся суть конкурса и в первую очередь это социальный и благотворительный подтекст. Ми говоримо про те, що журі обирало, коли переможець. Чи були ось у цей момент проблеми, якісь сутички між членами журі, коли вони сперечалися, можливо, за переможецю? Будь ласка. Ну, да, как на любом конкурсе, конечно же, это было шумно, громко, у каждого есть свои фаворитки, кто-то судил по внешним критериям, кто-то больше по внутренним, кто-то и то, и другое, понятное дело. Но все-таки со стороны организаторов конкурса было важно вот донести до этот момент, что все-таки мы судим не только по внешним критериям, а в первую очередь по внутреннему наполнению каждой из участниц. Поэтому шумно было, громко было, но все как-то успокаивается. Я думаю, что все равно выиграла лучшая. А під час підготовки ми розуміємо, що і, можливо, карантин вніс свої корективи. Чи були от якісь зміни, якісь складнощі саме у процесі підготовки? Да, поначалу вообще было 17 финалисток, и, к сожалению, четверо заболело, вот, и болели фотографы, и, ну, достаточное количество людей просто болело, поэтому были вынуждены сокращать и сроки конкурса, это была очень быстрая подготовка, да, и делали докастинги, потому что девушки болели и так далее, поэтому, да, были вот такие нюансы, карантин, конечно, внес большие поправки, все, что происходило. Юлия, можно вы еще дополните? Да, действительно, у нас девчонки в процессе подготовки, 4 человека звонили нам и говорили, что вот у нас плохое самочувствие, мы отправляли их делать тесты, к сожалению, эти тесты подтверждались. К сожалению, они не смогли принять участие, и мне очень жаль, потому что изначально это был выбрана очень сильная команда девчонок, они все молодцы. Я надеюсь, что в следующем году эти 4 девочки, которые не смогли принять участие в этом конкурсе, они обязательно примут участие в следующем году.
Я надеюсь, что карантин и вирус уже оставят нас в покое, и мы наконец-то вернемся к нормальной жизни. Хочу запитати ще з приводу кастинга. Були якісь обмеження там у віці, або то, як ми говоримо, у параметрах, можливо, зовнішніх? Да. Були обмеження у віці. У нас дівчатки приймали участь від 15 до 28 років. Були бажаючі, які приходили на кастинг, но, к сожалению, мы не смогли их подтвердить, так как там был возраст уже 29-30 лет. По параметрам в конкурсах всегда принимают участие девушки, у которых параметры приближены к модельным. Это всегда так. А от ви сказали від 15 років, я дуже здивувалася, скільки було найменші учасниці і найстарші. Фіналістка. Фіналістка 15 лет. Добрий день. Самой старшей было 25 лет. Это вторая вице-міс Анна Полушко. Що ж, тоді, якщо ми вже так плавно перейшли до самих учасниць, дівчата, ще раз вас вітаю з перемогою. Дякую. Хочу запитати, як же проходила ось ця підготовка і що виявилося найскладнішим саме для вас? Будь ласка, Анна, розпочнемо. Ой, здравствуйте. Наверное, самым сложным с самого начала было решиться на это все. Все-таки взять себя в руки и пойти. Было очень много сомнений, стоит, не стоит, будет ли какая-то конкуренция, как себя вести. Для меня это первый опыт в таком большом, в таком масштабе мероприятия, поэтому... С самого начала было тяжело решиться на это все. Но после того, как мы встретились с девочками, мы начали готовиться. Готовились мы на протяжении 2 недель. У нас было очень много всего интересного. Мы помогали детям, мы ездили к малоимущим семьям. Я со своей стороны, со стороны кондитера, мы с девочками собрались и сделали много пряников. Отвезли в детский дом, и это непередаваемые эмоции. И, конечно же, сама подготовка к конкурсу. На протяжении 2 недель мы репетировали, готовились, были примерки, были встречи с косметологами, психологами, но... мотиваторами, да. На протяжении 2 недель та каждый день мы виделись с девочками. Насправді 2 тижні такий обмежений срок, здається, дуже, дуже маленький для такої масштабної підготовки. Чи дійсно це було так? Це насичено, але занадто швидко. Да. Это было очень быстро. Я думала, что 2 недели быстро пройдут, но сам конкурс прошел как 1 час. Мы так долго готовились, и мы каждый день виделись с девочками. Так, вы хотели что-то дополнить? Да, я хотела сказать про то, что изначально мы, конечно, были расстроены тем, что сроки такие сжатые, да, вот, ну, опять же, карантин и все, под это нужно было подстраиваться. Но мне хотелось посмотреть, насколько быстро они смогут реагировать, потому что ритм жизни большой, и все-таки, ну, быть мисс и представлять наш город дальше, да, это большая ответственная миссия, которая должна очень тесно граничить с твоей повседневной жизнью. Сможешь ли ты делать все это достаточно быстро и вот так вот аккуратно между своими делами это все успевать? Вот, и вы знаете, мы почти все девочки справились с этой работой. Я была приятно удивлена, насколько они сильные. То есть они умудрялись там и делать какие-то свои рабочие вопросы, и прибегать на примерки, и прорабатывать внутреннюю составляющую, и заниматься волонтерством, и репетиции к конкурсу. Все это настолько было быстро, емко, и им удавалось с этим справиться. Вот настолько сильные наши девочки. Ми вже затронули тему того, що далі ви будете представляти наш регіон, наше місто на всеукраїнській сцені. І не дивлячись на те, що от така була насичена підготовка, є страх вийти на всеукраїнську сцену? Є ось це переживання, що може не вдатися? За може не вдатися, взагалі не думаю. Я настраивалась, коли йшла на цей конкурс, що якщо я йду до кінця. И сейчас с такой возможностью представлять наш регион на Украине, я с честью и достоинством хочу просто показать, на что способен Днепр. Елизавета, хочу звернутися до вас, до титулу переможці. Вам не вистачило зовсім трошки. Як ви вважаєте, чого саме? Здравствуйте. Ну, в любом случае, все равно я очень довольна и участием в этом конкурсе, да и своим результатом, результатом Ани. Возможно, мне не хватило немножко опыта какого-то, потому что в этой стезе я относительно недавно.
Вот. Но в любом случае хочу сказать, что я думаю, ни одна из финалисток конкурса «Мисс Днепр 2020» не пожалела о своем участии, потому что речь шла о достаточно большом духовном развитии. Это было очень много интересных мероприятий, и поэтому я бесконечно благодарна, вот, что я сейчас тут сижу и поучаствовала в таком прекрасном конкурсе. Ви вже сказали, що зраділи за перемогу Анни, а взагалі от відчувався цей дух суперництва, дух конкуренції до останнього? Чи все ж таки ви були вже як одна сім'я за ці два тижні? Знаєте, як говорила вот Марго, фіналістки конкурсу «Міс Днепр» – це дуже хорошие люди, очень милосердные люди. То есть не было совершенно видно какой-то зависти, вот какой-то подлости. Поэтому, я думаю, Аня со мной согласится, да, такой да, конкурентности да, вообще не ощущалось. Многие девочки даже подружились, многие сейчас общаются и после конкурса. Да, я могу добавить, что конкуренция не чувствовалась от слова совсем с первого дня до последнего, и в сам день конкурса, несмотря на то, что все девочки переживали, мы друг друга так поддерживали там за кулисами. Это непередаваемые эмоции, и на данный момент, да, мы действительно общаемся со всеми, и мы продолжаем общаться, мы создали группу, мы хотим дальше видеться, поэтому самые теплые остались моменты в душе. А вже прозвучала фраза, що конкурс краси – це не про красу, це набагато більше. А, на вашу думку, от якими якостями має володіти «Міс Дніпро 2020»? Будь ласка, хто почне? Ну, я думаю, що, во-первых, этот человек должен быть открытый, великодушный. Еще меня очень обрадовало, мы участвовали в многих благотворительных акциях, проектах, и вот было приятно находиться в кругу людей, которые не равнодушны к беде, допустим, тех же малоимущих семей, к проблемам с распространением наркотиков в нашем городе. То есть это люди, которые хотят сделать наш город и мир в целом немножечко лучше, светлее и добрее. Да, я полностью согласна. И, знаете, есть такая честь просто показывать пример подражающим нам, чтобы те девочки, которые смотрят на нас, та молодежь, которая, возможно, как-то увлекается либо моделингом, либо просто следит за активностью города, хочется показывать именно хороший пример. Ми розуміємо, що ви отримали величезний досвід. А що найголовніше, на вашу думку, ви взяли з собою після цих двох тижнів підготовки, після самого конкурсу? Наверное, бути іскренним до кінця і все-таки бути рішительним. Елизавета, а вы? Да, я полностью согласна с Аней, потому что конкурс действительно был про добрых людей, про красивых людей, и действительно решительность тоже имеет большое значение. І такий, як наостанок питання, його хочу задати всім, тому що момент у тому, що, от як і сказала Анна, вона боялася з самого початку, тобто не було страху вже потім під час підготовки, це був саме страх нерішучості, піти чи не піти, розпочати чи ні. От зараз, звертаючись до всіх дівчат, які зараз нас дивляться, чи дійсно це так страшно і складно, чи все ж таки варто себе переборювати? Чому варто приймати участь, брати участь у таких конкурсах? Для чого це потрібно? Будь ласка, Анна, розпочніть. Я 100% можу сказати всім дівчатам, щоб не боялись йти. В будь-якому випадку, це опит, і якщо йти, то треба йти до кінця, красиво йти. І спасибо большое этому конкурсу, спасибо большое організаторам за те, що дали можливість проявити себе. Всем неуверенным девочкам я желаю все-таки перебаривать себя и идти, это все-таки поднимает потом хорошо самооценку, если даже есть какая-то неуверенность в себе. Будь ласка, можно вы еще дополнить? Да, хотелось бы еще дополнить. Допустим, я считаю, что любовь к миру начинается с любви к себе, то есть человек должен быть решительным, уверенным в себе для того, чтобы он мог помогать другим, допустим, чем-то. И поэтому, конечно же, решительность вот изначально, вера в себя — это бесконечно важно, потому что если ты ничего не пробуешь, то, конечно же, ты можешь упустить шанс узнать что-то новое, допустим, проявить себя в чем-то. Сила внутри нас. Это все, что я могу сказать. Она внутри нас, и она распространяется абсолютно на весь мир. Вот какие мы, как мы смотрим на этот мир, такой он и есть. Поэтому мы вот выбрали лучших, те, которых видят мир по-настоящему красивым, невзирая на карантин, какие-то невзгоды, личные проблемы и так далее. Просто мы сильные, мы идем вперед. Будь ласка.
Я хочу сказать всем девчонкам, чтобы они не боялись участия в подобных мероприятиях, в подобных конкурсах. Это всегда опыт, это всегда делает вас сильнее, увереннее в себе. Вы не должны бояться, вы должны знать себе цену и смело идти вперед к новым вершинам и достижениям. Розумію, що далеко забігати наперед не хочеться, і тільки що ви зробили видих після проведення Міс Дніпро 2020. Що за Міс Дніпро 2021 вже планується? Якісь, можливо, моменти? Чи буде взагалі проходити цей конкурс? Так, і... вже відкрито кастинг. Навіть є бажаючі. Тобто вже все так швидко. Що ж, будемо тоді чекати, слідкувати за новинами. Я вам вдячна ще раз за нашу прес-конференцію. Сьогодні у нас у студії було дуже красиво. Я думаю, зі мною всі погодяться. Чотири неймовірні дівчини. А саме організаторка конкурсу «Міс Дніпро 2020», власниця модельного агентства «First Model Agency», інтернаціональна модель Марго Короткова, організаторка конкурсу «Міс Дніпро 2020», директорка «First Fashion Academy», інтернаціональна модель Юлія Болгова, «Міс Дніпро 2020» Анна Манжолій та перша віце-міс Дніпро 2020 Єлизавета Староконь. Ще раз вам вдячна за нашу прес-конференцію. Бажаємо успіхів Анні, яка буде представляти наше місто на Міс Україна 2020. Будемо теж вболівати і тримати кулачки. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!